Всем привет, ребят! Ну что, как я и обещал, на выходных я сделаю розыгрыш на Космо. Что вам нужно было делать? Угадать количество осколков, написать в комментах точное количество. Ну, то есть вы можете пересмотреть видос, что надо было сделать. Я сейчас открою видосик, где я открывал. Так, давайте сделаем. Вместе посмотрим. Так, остановил. Так, вот этот видосик. Где я открывал количество космо осколков. Так, какое там у нас было? 21 числа, да? Хорошо. Поехали, видосы. 21 числа у нас был видосик. Сейчас я его найду. Так, это 23. Значит, где-то здесь. 21-е, возможно, это он. Всем привет. О, этих у меня много. Нифига, 7500. Я будем полчаса, короче, с вами искать видос. Мы по-любому его найдем. Всем привет, ребят. Зрителя, как видите. Ну, посмотрите. Так, это тоже не он. Смотрим здесь. Всем привет, ребят. Ну, если у вас будет этот видос, Так, вот. осколками космоса, и в итоге вы должны будете сказать окончательное количество космоса, сколько сейчас. 1251. Вот можете увидеть, 1. Ну, то есть сколько у меня было. получается. Вот смотрите, я вот тут его закрыл. У меня сейчас вот такое вот количество. Вы его, правда, не видите, то есть оно То вот есть было там. 1405. Этот видос, чтобы я видел, что вы его смотрели. Ну, в принципе, и все остальное. Угадает ли кто-то. Так, отлично. Все есть. Честно говоря, интересно. Угадает Сам ли кто-то. себя Я, в смотрю. принципе, думаю, что плюс-минус ребята угадывали неплохо. Такс. Вот такое вот количество Три получилось, пятьсот получается. семьдесят. То есть такое вот количество у нас должно быть. Поехали на мой канал. Видео. Теперь можно включить музычку дальше. Такс. Ищем нашего космо. Видосик. Вот он. Я уже немножко пооткрывал заранее, чтобы не задерживать видос. Длительное время. Вот 708 комментариев. Как видите, спама нет. Я спамы все поубирал. Значит так, сначала новое. И листаем в самый. Вот там последний у нас самый ответил. Всего 23 минуты. Так, листаем в самый низ. Как я говорил, будет участвовать. Ну, скажем так, если выиграет кто-то первым, напишет правильный коммент, значит, он и получит. Спам я тоже сейчас. Не спам, точнее, ну да, кто спамил, буду проверять. 4 космо. Ромашка, красавчик. Я надеюсь, что кто-то угадал правильно.
Миллион один космо, да. Смешно, смешно. Кто там не увидел своего коммента, пишите потом под этим видосом. Не забывайте, этот видос будет участвовать в еженедельке, которую я разыграю уже, скорее всего, где-то числа, что там, 29-го, 30-го, немножко оттяну, не в понедельник. Ну, я разыграю по воскресенье. У вас сегодня будет воскресенье. Так, окей, смотрим. 3570. По-моему, я видел такое количество. Так, ищем 3. Я буду так листать, чтобы уже 100% видеть. Тут уже пацаны под девушками пишут. Так, 3570, 3570, 470. Три 542, блин, очень близко, очень близко. Вот видите, я слил троих героев, и все понаписывали 470, но я троих героев забрал. Этого никто не учел, я же показывал вам. Так, 3570 ищем. 404, 3900, 3970. Тоже очень близко, кстати. 9 космо. Многие, кстати, вот правильную тактику выбрали, я смотрю. Но пока я не вижу 3570. 900, 400, 5000, 3586, почти. Так, у нас там 3570, да, 3570 ищем. Три 565, очень близко. Три 500. Три 568, обалдеть. Два осколка, тупо два осколка отделяет. И 450. Три 550. Блин, так рядом, ребят. Кстати, очень много рядом. Три 560, но тут плюс-минус это не считается. Вот многие 470, они не учли просто троих. Вот видно, что ребята смотрели видос, но я слил пару героев, и они реально чуть-чуть не угадали.
но тоже красавчики. Так, 3570.12 250, ну красавчики, конечно. Вот 3670. Как он просчитался в 100 осколков? Четыреста семьдесят. Блин, ребят, ну чё ж вы так невнимательно смотрели? Видно, что смотрели видос предыдущий, где я показывал. Ну я ж слил. 470. Да. Если бы я не сливал, то 470 реально был бы. Ну вот, и вот было 2005, выпало 265, итог 470. Но я убрал троих. Это минус 600. 4570. Точнее, 3570. Столько народу рядом. Уже глаза разбегаются, но все равно досмотрю до конца. Но потом я через Ctrl+F еще проверю. Через поиск. Так, размашка, ромашка автоматом выбывает. 470. 3520. Выпало 3520, было 735. А, да. Вот ребята как раз пишут про видос. Приблизительно. Так, ищем дальше. 3370. Блин, один плюс один. Чуть-чуть. Вот видно, что ребята где-то плюс-минус. Я слил 3 космо. Мне, не знаю, мне нравятся такие конкурсы чисто на удачу. Помимо того, что надо просто делать вот, именно на везение, некоторые ребята еще правильно включили логику, посмотрели видос. Видно, что ребята смотрят видос.
3750, я уже думал 3570. Блин. У, есть. Олжас Аренов. Космо 3570. Красавчик. Давайте сейчас сделаем так. Ctrl. Давайте я его открою. Я надеюсь, у него, блин, все сделано. Красава. Халявный космо 5 дней назад. Ну, подписка. Кстати. Подписка. Подписка есть, красава. Вот это кайф. 3570. Два человека, ребят, два человека. Такс. Никита Васильев первым был. А, тут это его айдишка 3570. Я уже думаю, все. Тут Олжас просто красавчик. Поздравляю. Вот видите, вот один человек, там 700 комментов было, ну плюс-минус спам, но один все-таки угадал, там некоторые писали, это нереально. И один человек был очень близко. Два осколка, по-моему, если я не ошибаюсь. Кстати, он, по-моему, у нас уже это выигрывал сейчас. Красавчик. Так, сейчас, ребят, секунду. Посмотрю историю. Так, 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 так. А, да, он, кстати, он с английского сервера, он выигрывал у нас. Да. Отлично, английский сервер. Он выигрывал, знаете, в декабре еще, в новом году. Новый год был. Такс. Ну что, поздравляю. Блин, круто. Победитель у нас есть. Я ему написал. Буду ждать уже от него ответа. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты. Ну... Победитель есть, он все условия выполнил, у каждого было, скажем так, удача своя, ребята некоторые правильно просчитали, но я же сказал на видео, что я посливал, там будет другое количество, они просто просуммировали, надо было немножко смекалку включить, некоторые ребята были на правильном пути и один выиграл. Поздравляю, ждите новых конкурсов, всем удачи, всем пока.